Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A2 добавить отпечаток пальца. Чтобы на данном устройстве добавить отпечаток пальца, нам будет нужно перейти в настройки. И в самих настройках будет нужно найти что-то такое, как пароль безопасности. Приходим в пароль безопасности, здесь ищем отпечаток пальца, нажимаем, принимаем, продолжить. Здесь создаем какой-то пароль, например, графический ключ. Вводим наш графический ключ, какой-то, какой захотим. И отпечаток пальца у нас находится здесь, поэтому зажимаем, пока он не добавится. Нажимаем со всех уголков, чтобы он записался как можно лучше. Так. И есть, готово. На этом все, можно телефон заблокировать и разблокировать с помощью отпечатка. Есть. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.